Художник Никос Сафронов и торжокский Золотошвей презентовали совместный календарь на третьей художественно-промышленной выставке в форуме «Уникальная Россия», которая проходила в эти дни в столичном гостином дворе. В день открытия выставки в Москве Никос Сафронов лично приехал и поблагодарил председателя Совета директоров торжокской Золотошвеи Олега Иванова за плодотворное сотрудничество и работу над альбомом-календарем. С инициативой создания календаря выступил председатель Совета директоров «Торжокский золотошвей» Олег Иванов. Именно он предложил Никосу Сафронову популяризировать красоту и искусство вместе. Календарь – это как некая рекламная такая история, которая дает интерес через творчество, потому что, чтобы людям прийти к чему-то, им нужно дать какую-то историю. История – это картина, Никос, имя дополнительно. То, что мы сделали совместный проект, это добавляет к интересу к торжку. Специально для нового широкоформатного календаря живописец изобразил различные знаковые места России. Это в том числе Кремль, Исаакиевский собор, собор Василия Блаженного, Воскресенский Смольный собор. Торжокские мастерицы вышли эти объекты архитектурного наследия. Глубина образов, написанных Никосом Сафроновым, сочетаются с красотой золотного шитья. На страницах альбома представлены лучшие образцы работ торжокских умелец. Знаете, я видела разные календари, но такого роскошного календаря, который действительно не только красивый, познавательный, содержательный, уникальный, я еще не видела. Замечательный календарь. Альбом-календарь передали главе государства, а также патриарху московскому и всея Руси Кириллу и многим другим известным людям. Памятный подарок, выпущенный ограниченным тиражом, будет вручен тем, кто вносит большой вклад в развитие государства. Новый альбом-календарь объединяет людей, ценящих красоту Отечества, и дает им возможность почувствовать гордость за свою родину и счастье от того, что искусство никуда не пропало из России. Спасибо торжокским золотошвеям, которые через золото, через нить редкое и очень дорогое как бы, в плане познания и передачи, и дорогое в плане финансов, потому что это золотом шьют, но делают мастера, то мы не будем говорить «это Россия», мы будем говорить «это моя страна». Наша Россия. Наша Россия, и гордиться ей. Следить за дальнейшими проектами творческого тандема торжокских золотошвей и Никоса Сафронова можно на электронных ресурсах представителей культуры России – золотошвей.com и никос.ру.